Спасибо, Стики. Ну, мы же команда. Ты давай клей, не отвлекайся. Наш макет должен быть лучшим. Ух ты, какой у них красивый макет. Я нечаянно. Только иди сюда. Сегодня, в день основания Звездной Академии, к нам приедут старейшины. Мы для них украшали зал, делали выставку макетов, готовили праздничный банкет. А? Вот что теперь прикажете делать? Может, еще сплясать перед ними? А это и правда отличная идея. Старейшины и так увидят, как мы учимся. Давайте покажем им наши таланты. Устроим шоу. А что? Звучит празднично. И я знаю, кто победит. Самый быстрый кот в галактике. Это суперсила, а не талант. Все эти конкурсы ерунда. А победитель получит дополнительные баллы рейтинга. Есть идея номера на самодельных музыкальных инструментах. Точняк! Самодельный светлячковый генератор. Устроим световое шоу. А я могу так красиво лаять. Ай, какой-то цирк. О, а давайте жонглировать клубками. Я в этом спец. Вы не дослушали про мой номер. Да понятно, музыка, но мой генератор круче. Эй! На земле мне даже награды за лай давали. Да, чтоб перестал лаять. Ну и ладно. Ну и ладно. Все равно вы не умеете жонглировать. Стики, идея с танцами просто класс. Я знаю пару движений. Никаких танцев. Я же хамелеон. Выйду на сцену, пару раз сменю окраску, и победа наша. А как же я? А как же танец? Мы ведь команда. Да, команда, которая победит. Но для этого мы должны испортить чужие номера. Я хочу танцевать. Мне надоело пакостить. Ну и ладно, сама справлюсь. Так, так, так. Да. Так, так, так. Остались?
Крутяк! Они согласились! Мы делаем мой номер! Уважаемые кадеты и преподаватели, мы начинаем шоу талантов в честь дня основания Звездной Академии. Первый перед вами выступит кадет Ванда. Ой, спасибо! Спасибо! Спасибо тебе, Атоли! Нет, наоборот, я спас их до мира. Почему ты не хочешь бороться честно? Хочешь знать почему? Хорошо, слушай. В детстве я тоже любила танцевать. Но однажды, во время такого вот конкурса... Один противный енот отключил мне музыку. Так я поняла, что победить можно только хитростью. На сцену приглашаются крутиксы. Зи, ты зачем притащил свой генератор? Это же мой номер. Твой? Ты же сама написала, что будем делать мой. Вы же хотели со мной лаять. Ага. Гав-гав-гав. Размечтался, слюнявый. Крутиксы! Некогда спорить. Мы команда. Давайте сделаем общий номер. Ну уж нет. Никакого номера не будет. Пусть попробует выступить в темноте. Скажи, как ты считаешь, тот енот поступил правильно? Ведь ты ведешь себя точно так же. Ну и пусть. Зато я утру нос этим крутиксом. А я все равно докажу, что побеждать можно честно. Ага, конечно. Крутиксы, стойте! Пожалуйста! Выступает кадет Толли. Победа вам не светит! Надо ему помочь. Поздравляю всех участников шоу «Талант». А дополнительные баллы получит самый яркий номер. Макс, рейтинг. Ура! Мы победили! И сделали это честно. С Днем Академии! Ой.
Мяу! Итак, на сегодня у вас остались следующие задачи. Проверка тестов, организация межпланетной гонки, отчет совета старейшин, а также... Что за шум? Невозможно работать. А я в легкий тренажер не помещаюсь. А я жду дурианские хрусталики для моего реактора. А я в столовую за пирожными не успеваю. Как вам не стыдно отвлекать директора всякой ерундой? Спасибо, кадет Сники. Кстати, а можно нам с Толей не дежурить сегодня в оранжерее? Там это... поливалка сломалась. Ревет. Руби, Зинки, Слава, Рой! Руби, Зинки, Слава, Рой! Руби, Зинки, Слава, Рой! Не сейчас! Я вас вызову! Директор Шикайзер, вы в порядке? Может, вам отпуск взять? Отпуск? А на кого я Академию оставлю? На Мокса! Ты же суперкомпьютер! Ты справишься, правда? Анализирую задачи на ближайшую неделю. Анализирую, анализирую. Тогда Руби! Она? А я чем хуже? Ты сломала тренировочный павильон! А ты угнала мой корабль и летала на землю! А из-за тебя на плюм попали опасные львопугаи! Фрунья! Из тебя получится ужасный директор! А вот и нет! Я люблю Академию! А я все равно популярнее тебя! Спроси любого! Ну вот давайте и спросим. Пусть кадеты сами выберут временного директора Академии. Крутяк! Докажи этой вредной Снике, что ты лучшая! И не забудь про мои дурианские хрусталики. Начинаем предвыборные дебаты. Слово предоставляется кандидату Руби. Я люблю Звездную Академию. Мы одна большая семья. И вместе... решили ваши проблемы. И на этом не остановимся. Теперь пирожных в столовой хватит всем. Скажи спасибо, Руби. Теперь тренажеры стали удобными для каждого кадета. Скажи спасибо, Руби. Да, будет нелегко. Но моя команда лучшая в Академии. Мы Крутиксы. И мы поможем решить все проблемы. Руби! 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 Вы что натворили? А теперь слово кандидату Снике. А зачем нам вообще летные тренажеры? У нас же есть звездолеты. Зачем нам тренировки? Да! Кому-то не хватает пирожных? Если выберете меня, в столовой будут только пирожные. На завтрак, обед и ужин. И во что превратится Академия? Мы будем только есть пирожные и не тренироваться? Да! А никто не хочет помочь с поливалкой? Я этим займусь!
Руби! А никто не хочет пирожных? Да! Да она просто лианами заросла! Дел на 5 минут! Я сама! Ой, какой красивый! У них что, еще и цветы ходят? Эй, отдавай-ка ты! Ой, да ладно тебе, дай ему попить, не жадничай. Тревога! Бешеный цветозуб в оранжерее! Большинством голосов временным директором Звездной Академии избран Кадет Толли. Почему? Ты испек мне тортик. А мне починил тренажер. Только Толи нам по-настоящему и помогал. Толи! 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 И что дальше? А дальше у вас проверка тестов, организация межпланетной гонки, отчет совету старейшин. Запомнили, директор Толли? Организовать тесты, проверить гонку, посчитать старейшин. Не волнуйтесь, кадет Толли. Я уже все сделала, пока вы были заняты выборами. Спасибо вам!
Но у Академии может быть лишь один директор. А как же ваш отпуск? О нем я могу лишь мечтать. Спасибо, ребятки. А все-таки, что насчет дурианских хрусталиков? Академия под угрозой. О! Это моя гордость под угрозой. Не вертитесь, Солнце. Примерка завершена. Настоящие супергерои. Внимание, кадеты Зиги и Руби, пройдите к директору. За космической чертой Руби, Зиги, Соло, Ро! Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Руби, Зиги, Соло, Ро! Руби, Зиги, Соло, Ро! Руби, Зиги, Соло, Ро! А почему Сники и Толи первые? Пока некоторые кадеты нарушают устав Академии, другие усердно тренируются. И мы усердно? Да! Кстати, Сол с Роем тоже готовы к тренировкам. Не готовы! А я говорю, готовы! А я говорю... Пусть попробуют. Толи, мы должны удержать первое место в рейтинге любой ценой. Приветствую вас, лучшие кадеты Сники и Толли. Макс, приказ директора. Мы срочно должны проверить тебя на вирусы. К проверке готов. Кто принимает ручное управление? Кадет Сники. Перехожу в спящий режим. Ну, сейчас я вам устрою. Короче, тут лабиринт, две команды, ловушки, двери, а в конце... Лучше я. Мы делимся на две команды. Кто пройдет лабиринт первым, победил. Ну и где ты здесь лабиринт увидела? Как-то здесь темновато. Знакомьтесь, порода трусишка сторожевой, блохастый. Не волнуйся, Сол, здесь все не настоящее. Я так и подумал. Поймал. Зиги, это что такое было? Извини, Руби, но мне надоели твои придирки. С Роем мы справимся лучше. Ну и ладно. Идем, Сол. У нас идеальная команда. У меня суперскорость, а ты суперкадет. Будь внимательнее. В этом лабиринте много... Ма-
Можешь не благодарить. Я нашел выход. И активировал все ловушки. Они же не настоящие. Это не по сценарию. Что-то не так. Была бы здесь Руби, сказала, опять уткнулся в свои гаджеты. А надо смотреть по сторонам. Вот зануда. Скажи, Рой. А? Рой? Рой! Зиги! Сники, а можно я тоже поиграю? Нет, это тебе не игрушки. Ах так, вот вам, получайте. Вы первые. Потолок. И ничего не трогай! Продолжать тест опасно. Учебная программа явно дала сбой. Пока не закончен тот квест, новый не начнется. Умно. Так кто победил-то? Вам явно нужна была помощь лучшего кадета Академии. Это планета Барбар. А значит, рядом барбарюки. Какие еще бобрюки? Барбарюки. Чуточку воинственный народ. Чуточку? Чего это они? Подождите! Пауки и вулкан! Это же из другого квеста! Макс! А? Выключи симуляцию! Макс не поможет, я его... Мы же поджаримся! Зиги, избавься от паука! Да нет же! Орешки! Точняк! Рой, Сол, потушите вулкан! Есть! Вы реально верите, что у котов 9 жизней? Знакомьтесь, порода трусишка дворовый гладкошерстный. Нет времени спорить. Давай! Ну и что бы вы без меня делали? Проверка на вирусы окончена. Руби, это... Помнишь, я сказал, что без тебя будет лучше? Это неправда. Мне тебя не хватало. И мне тебя, Зиги. И твоих гаджетов. Не дождешься, слюнявый.
целом, тест вы провалили. Как кадеты, но не как команда. Значит, команды и останетесь. Крутяк! Но учтите, это испытательный срок. Вы должны доказать, что достойны носить эмблему Звездной Академии. Но последнее место? Ну, раз вы новая команда, то справедливо будет ваш рейтинг обнулить. А что касается разрушенного павильона, его нужно восстановить. И я знаю, кто этим займется. Ха! Мы все равно выше! Толи, чего встал? Тебя ремонт ждет! Меня? Кстати, насчет ремонта! А можно костюмчик подлатать? Ну там, подогрев добавить, емкость для молока, точилку для когтей, а? Что? Что я такого сказал? Академия, там сейчас на обед моя любимая рыбка, Барбарулька. Ну прекрати! Где вы ходите? Там у речки Клоки и Горды такое выловили! Выловили? В реке? Рыбка! Я понимаю, золото – это очень важно. Просто золото? Если бы это была золотая рыбка. Эй, куда собрался? Да, вы тут и без меня справитесь. А я пошел искать еду. Прогульщик. Хочу есть. Рыбку хочу. Барбарульку. Рыбка? Отлично. Рыбка, рыбка. Далеко не убежишь. Ну, как же им помочь? В академию. Да! Увезем золото в академию.
и они перестанут спорить. Воровать плохо. Нет, это воровство. Золото принадлежит плюмчанам. Наше золото! Украшение. Может, поможем сделать из него что-нибудь полезное? Например, украшение. Скукота! Из золота можно делать микросхемы! Ты что? Мы не должны вмешиваться в технический прогресс плюмчан. Если и дальше не вмешиваться, никаких плюмчан не останется. Отставить безобразие! Главное, они больше не ссорятся. Отличная работа, Рой. Ты что, меня похвалил? Ну, да. Микросхемы! Нет, украшения! Подождите, я знаю место, где еще золото. Надо его спрятать, пока они из-за него не перессорились. Показывай! Туда. Почти пришли. Подождите! Куда ты нас ведешь? Откуда ты вообще узнал про это золото? Заметил. Вчера на пробежке. Какая пробежка? Нас вчера здесь не было. Ребята, Сол явно не в себе. Это Руби не в себе со своими украшениями. Кто бы говорил? Микросхемы, микросхемы. Все отлично, мы пришли. Подождите! Собаки умнее котов. Ты как всегда прав, Рой. Теперь, пожалуйста, проходи вон туда. Никакой ты не Сол! Это ловушка! Это не Сол! Это его двойник! Что ты сделал с Солом? Спасибо, птичка! Ах ты! Клу-клу! Гор-гор! Просто дай мне суперсилу, и все закончится. Горбия! Даже не вставай! Mm-hmm.
Думаете вы герои? Вы сражаетесь не на той стороне! Отпусти моего друга! Я не знал, что ты меня так любишь, Лохастик. Рой, все нормально! Этот Сол настоящий! Мы его подменили! Собаки умнее котов. Ха! Только в твоих глупых фантазиях. Я настоящий! Сегодня мы вместе победили общего врага. Поняли, что настоящее золото – это дружба и взаимовыручка. Ребята, давайте жить дружно. Миркла! Горми! Ах ты, Клор! Гор! Гор! Значит, в следующий раз. Гарпия сказала, вы сражаетесь не на той стороне. О чем это она? Она же суперзлодейка. Хочет сбить нас с толку. А ты что думаешь, Сол? Я думаю о Барбарульке. Что? Где твоя суперсила? Я жалкий самозванец. Три-два, выиграли, как у вас, крутиксы. Если бы не ты, мы бы выиграли, Боб Микроб. Я не микроб. Знаешь, сколько было крутых баскетболистов маленького роста? Вот и играй с ними, а в мою команду не лезь. Поздравляю вас, где? Если бы я был чуть выше. Если бы я был чуть сильнее. За космической чертой рубится кислый рой. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. А если бы у меня были суперсилы, я бы играл еще лучше. А? Крутяк! Шустрее! Поделись суперсилой! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Зиги, перестань! Шустрее, тебе нельзя здесь находиться. Это опасно. Зи, нам нужно незаметно увести его из Академии. Хм. Думаешь, это сработает? Да, да.
Шустрик, а если я тебе покажу академию, ты дашь мне суперсилу? Например, становиться невидимым? Или управлять металлом? Или... Сохранить? Так. В следующий раз сыграем без Боба Микроба, и кубок будет наш. Ай! А это Сол и Рой, наши супер-друзья. Сиги, нужно срочно его уводить, пока ничего не случилось. Что это с ним? Мы поможем! Си, придумай что-нибудь, а я уведу Шустрика! Шустрик! Боба или... Боба нет! Он убежал! Да, а Шустрика тут и не было! Кадеты! Немедленно найдите Боба! Что еще за Шустрик? Мы скоро встретимся на Плюме. Готово! Этот значок поможет Бобу управлять суперсилой. Класс! Осталось его найти. Что показывает детектор? Ничего. Он так уменьшился, что его не засечь. О! Может, я смогу его унюхать? Эх, если бы у меня была сила видеть сквозь стены, я бы давно его увидел. Или суперслух, я бы его услышал. О, туда! Оп, там! Мне не пролезть. Сол! Я? Ни за что! Так и скажи, что боишься. Расступитесь! Это работа для лучшего кадета Академии. Еще чего? Эй, Боб! Ты чего там застрял? Вылезай! Зачем? Я хотел, чтобы меня заметили. А теперь меня все боятся. Я не боюсь. Мы за тебя переживаем, Боб. Я помогу тебе. Так он не вылезет. Боб, я была не права. Ты нужен нашей команде. Ну ты же не виноват, что ты такой маленький, нелепый. Так ты вылезешь, Боб Микро. Микроб! С таким ростом я подойду тебе? Такой игрок тебе нужен! Смотри, как я могу! Не мешай!
Зачем? У меня теперь есть суперрост и суперсила. И как ты их используешь? Дело же не в силе. Не она делает тебя классным. Дело в тебе. Прости, я не хотел никому навредить. Система пожаротушения сломана. Требуется перезапустить ее вручную. Значит, нужно залезть в вентиляцию. Шурния! Уходите, я все исправлю. Уже уменьшайся. Круто быть маленьким. Главное быть самим собой. Крутиксы, директор ожидает вас в своем кабинете. Зиги. А? Спасибо. Я не знаю, как сюда попал этот космический объект, но ваше общение с ним поставило Академию под удар. Какой-какой объект? Шустрик. Я запрещаю вам контактировать с ним, пока он не будет исследован Академией. Все равно жалко, что суперсилу я так и не получил. Зи, ты же сам сказал, главное быть собой. Твоя суперсила здесь. Да, но читать мысли было бы круто. Или становиться невидимым. Или превращать воду в орешки. Зиги! Не бойтесь, самое страшное впереди. Бежать больше некуда. Помогайте! Суперпёс! Ого! Пригнитесь! Ура! Бегите! Я ее задержу! Так, не то! Точняк! Мы с Рубик по ходу готовились! Значит, где-то... Вот! Суперпалатка! Время отдыхать, птичка! Баю-бай! Наконец-то! Всегда мечтала о супердруге! Забрали на опыты. Значит, я следующий. Мне крышка! Какая еще крышка? Отвали, Рой! Рой, ты тут?
Здравствуйте, земляне. Здравия желаю. А ты еще кто? Я Макс, межгалактический автономный компьютерный советник. Сегодня я буду вашим доктором. Опыты! Если хотите, могу называть это опыты. Земной пес. Здоровый. Клешни убрал! Рад знакомству, земной кот. Сканирование завершено. Осталось сделать маленькую прививочку. Вообще не понимаю, за что нас к директору вызвали. Всего-то чуть планету не взорвали. Сники, Долли, опять к директору. Не-а, мы пришли с вами попрощаться. Счастливого исключения из Академии, неудачники. Ну же, Сон, это простая прививка. Зачем так быстро? Вот это скорость! Теперь ты, Рой! Ну, сделай хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь! Извиняюсь. Ну, как тебе с одной рукой, бездушная железяка? Не очень, но укол все-таки сделаю. Ой, прошу прощения. У нас суперспособности! Нет у них никаких суперспособностей. Да ладно, а ты видела, как Рой кияк и переломал перья гарпии? Зиги, гарпии только в сказках бывают. Ты же видела, это была реальная. Ну ничего, вместе мы ей такое устроим. Ты арестована. Тебе бы комиксы сочинять. Да как же ты? Звездная академия – гордость союза планет. Оказаться в рядах академии – это большая честь. Сол, что-то не тянут они на злодеев. Тянут, не тянут. Лучше мне помоги, лентяй. Шорят и шорят. Отрывают и отрывают. Как мы ее, а? Тревога! Объект без карантина! Тревога! Земные звери нарушили карантин! Это же наши звери, Руби! Надо их спасать! От кого? Идут она! В этот раз им точно влетит от директора! И здесь тоже это! Давай помогу! Сол! Угу.
ломаюсь. Где? Где она? Где здесь выход? Эй, вы чего? От кого бежите? От птицы с огромными когтищами! Гарпия здесь? Отлично! Поймаем ее! О, и арестуем! Нет! Смотрите! Без паники! Зиги, есть еще суперпалатка? Ага! Ты арестована! Получилось! Получилось! Я-гоу! Эй, вы куда? Вы что, собрались ее выпустить? Поверь, Сол, лучше это сделать. Знакомьтесь, директор Академии. Директорша Кайзер, она ни при чем. Это была моя идея. Кадет Руби, я могла ожидать подобного от кого угодно, только не от лучшего кадета Академии. Впрочем... уже не лучшего. А с землянами что будет? Ну, спасибо. А за землян вы вместе с сестрой будете отвечать лично, кадет Зиги. Но директор Шикайзер, они же неуправляемые. Неужели? Значит, найдите на них управу, пока они останутся здесь, свободны. Спасибо, спасибо, директор Шикайзер. Мы вас не подведем. Мы что, теперь с вами застряли? Ага. Еще как с нами. Теперь у нас настоящая суперкоманда. Кстати, нашей команде нужно имя. Крутые... Сол и команда. Крутыши... Рычащий отряд. Сол и другие. Крутаны. Зиги, ну какая команда? Это же тебе не комиксы. Комиксы, комиксы. Во! Крутиксы! Внимание! А? Срочные летные учения! Руби, взбодрись! Мы станем лучшей командой Академии! Обещаю! Полетим? Ладно, летим. Класс! Крутиксы, вперед! А может, все-таки сам? И крутиксы.